звуком. Да, со звуком. Я не могу, пожалуйста, очень. Давай по речке проедем, немножко снимешь. Давайте. А флаг снял? А? Флаг снял? Кузияму сняла, флаг нет. Ну что, ты флаг обязательно. Ира, ну ты не послал. Да, высоко, высоко не смотрел. Покажи. Направо, посмотри машину. В связке идут. Валентин Петрович, доплывали как? До базы доплыли? Нет. Нет. А, вы просто вернулись. Какой-то табличек, где написано, для указателя. Ну, сейчас мы как уйдем. Молодец, на базу плывем. Вот и что, ныряю вообще, когда поплывают. Черно-белое, а когда уже там смотришь, уже цветное. А так в окошко тут черно-белое. Баню снимали, но расслабили только. Хотим баню так, чтобы наши не вылетают, чтобы расслабили. А можно я буду вам? Такие почти в темноте можно снимать. Да, говорили на этой стороне. Хотим трудно. А вы будете баню получить? Будем, а можно я снимать? Да вроде мы передавали, если ты спрашиваешь, можете вы снимать или нельзя. По вам ты правил только, всегда, когда хотел. Никогда не ждем, когда никто не ограничен. Только некоторые вещи. Вы никогда не был здесь? Нет. Откуда? А куда все должны могут быть? Кузька, иди сюда. Кузя. Так, зовите Кузю, несите Кузю, будем сейчас садиться. Ладно, кассета, там хорошая. Так, загружайтесь. Давай, первый блок, Кузя, твоего места. Все сели? Да. Молодцы. Бай-бай. Молодцы. Ну, гвардия, подождите. Вас невозможно не снять. Такие вы интересные. Женщина, тут компания. Женщина с веслом. Сейчас я вас приближу. Покрупнее же. Кузя, сидеть. Кузя. Кузя, сидеть. Смотрим сейчас вид на Кузияму. На нашу доблестную гору, по которой каждый день спускаемся и поднимаемся на автомобиле. На Николая Ивановича, Федора Ивановича и Михаила Ивановича. На трех Ивановичах. Вот она, горочка наша. Я буду в руки вести. По руке ей не удар. А пусть она берет в руки. Я буду, что мне назад повлететь? И там увидим, что без меня не нас слава. Да. Где конкрет, курор, наши знаменитые собачки. Почти видно, да? Ах, свободы! Назад ведь нужно поймали, ну ты! Ура!
Виден фас, виден? Фас виден? Да, и палаточки немножко. Осторожно. А дерево прям там. Осторожно. Хоть приходи. Можно пройти тут, а потом с грибами. Так приятно! Ой, наши идут! Кирилл Иванович, браво! Поворачивай, поворачивай! Снимать не надо! Будет кто плавать на байдарке? Я самый страшный! Скажи четко, фамилию, имя и отчество. Роман Иванович. Вот так. Жить буду, да? Кузька, Кузька, иди, радость моя, иди сюда! Иди, талисман мой. Будет мой талисман. Талисманом. Иди, иди ко мне, маленький, иди. Иди, хороший, ну. Ну, хороший. На ручку, маленький. Иди, иди, халат, он лежит. Все, все сняты, все сняты. Тише, хорошо, веди. Он, знаешь, как любит ходить вот по этим вот палкам. Ага. Тише, ты покажи, покажи, он же покажи класс. Я это знаю, когда все отойдут. Тише, покажи класс, покажи. Вот под отвороты любит ходить, тише. Тише, покажи, какой ты класс. Пройди, тише, пройди. Тише, пройди. Куртишка, куртишка, турист. Это мне они вместе учились. Мешает, мешает. Женя, мешает. Алан Дождь, это ласис. И пошли они солнцем поливы. Повторяю, судей, о бог. Разводя безнадежно руками. А? Мне. Ура. Я так понимаю, вы что? Не кшисан! Не кшисан! Не стреляйте! Больше не будем! Больше не! Камрад! А узнать! Я не сними, они меня заставили! Они меня заставили! Он преступник! Простите! Простите! Маленький Лайсал оспился! Если ты будешь меня провоцировать, буду тебя немного бежать! На той берется! Следуй в будку! Туда, в машину! Слава Родине! Слава Родине! Жириновский за меня отомстит! Все, поехали! По машинам! По машинам! По машинам! Здесь последний этаж, бред, последняя квартира. Бред, последняя квартира. Не звонил, знаешь, как мужик. Заползает на свой этаж, готовый. Раз, блядь, скажи. Мужчина, я же вам сказал, вы здесь не живете. Ну, блин, эта рожа везде живет, а я нигде. Значит так, пролетчик, а не гопка.
Возвращается Лёха после этого дела, после полета. Будя, пришел. 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 Решить посадку. Посадку не разрешаю. Вас понял. Ухожу на запасной аэродром. Поднимаюсь на 103-й. На 3-й этаж поднимаюсь. Откуда? Зинь. Зинь. Кто там? Иру. И Тишу, и Надечку тоже. Я 101-й. Решить посадку. Молодцы. Но нет, посадку не разрешаю. Еще не взлетел. Сотый. Кузиямский. Сейчас сотый не взлетел. Понял. Комар попал. Давай. Пуска нет, пуска любит. Ты ее положи, она будет на колени. Пушки матнули. Люд. Ну, что-то рыбачка у нас. Да. Я не знала, что ты что-то снимаешь. Вон, Людмила Владимировна нам наловила рыбы. Люблю посредку. Я Люди, вас как-то подняли. Вначале скажет, а кто-то недоволен. Пусть подойди, помоги. Кузя. Приготовили перепищу. Давай,
Господа, приготовлю не пищу. Вас снимаю. Пожалуйста, без толстой трубки, ладно? Так, и пошли на байдарки. Кто на байдарке поплывёт? Я! Владимир Петровна, я! Так, так. Берем это. А можно вот так? А что это сзади огонь горит? Мама занятия. Наше призвание бобры. Нет, ты на сами плывет. Татьяна Ивановна, бобром, что ли? Я спрашиваю, может, из пилота вернуться к камере? Ну, давай. Я позвоню. Сосна, потому что. Нет, когда мы кругом делали, мы и сосну ложили, все ложили. Наталья, извините, можно вас поменять? Надо. А, нет, дядя, не надо. Не, ну разве Кузянкин так можно? Бежит. А, Наталья. А. Это же, слушай, это уже как, что говорю, то не делаю. Правильно? А? Я уже забыла. Форма одежды не та. Или я ее притворю в жизнь. А слайды будут? Слайды, слайды. Знаешь про слайды? Сильно не подсталкивай, а то там сзади дым. Ой, это огонь какой-то. Надо разучиться с этой стороны. Там с той стороны плохо сложено. А это слайды или видеокамера? Это слайды. А ты что, слайды или видеокамера? Видите, это как звуком или без звука? Как звуком вас не сказали, как звук. Как сказали. А можно тут пройти? Филя, Филь! Денег туда! Денег туда! Ой, как жарко! Ой, а камеры-то нету! Шляпа занимается уже! Ой, как хорошо! Я не признаю! Нет! Ну вот так я люблю снимать!
Да? Ой, класс! О, хорошо-то как! А вода как молоко! Ну, девочка,
Угу.